Всем привет, Майя 2018, и давайте рассмотрим в этом ролике, как именно в этой программе вставлять текст. Погнали. Так, крит нажимаем, находим тейп. Там раньше в предыдущих версиях было написано именно текст. Alt, левая кнопка мыши, крутим. Alt, зажатое колесико, все это дело переносим по экрану. Вот такая штука. Левая кнопка мыши выделяем, включаем тейп, можно поставить посередине. Теперь зажимаем правую кнопку мыши, жмем Object, заходим в Object Mode и находим Deform, находим Nanayer вот этот и находим Bend. Вот у нас середина выделилась, если мы сейчас поставим именно на деформацию, вот эту Transform, ротацию, не получается ничего, нужно это дело все настроить. Теперь вот это все дело выделяем, нажимаем на текст, включаем теперь вот эту функцию, группы, возвращаемся назад, смотрим, что у нас тут с тейпом, input, нажимаем bend и постараемся сейчас это все дело настроить. Здесь ставим 30. И нажимаем Enter. Это курватур. Так, ну смотрим, как теперь будет она изменяться. Вот вы видите, что буквы гнутся. Вот, где-то 90 вот так. Можно их так перекручивать. Вот таким вот образом. Ну, можно менять ему так вот закругленность. Здесь также можно, наверное, работать со Scale, прибавлять вот. И можно вот именно ротацию двигать, вертеть. Ну, в принципе, вот такая штукенция. Можно его вот так вот перевернуть. Можно вот так поставить. Так, здесь в настройках по Z можно поставить, допустим, 90, чтобы выровнять все это дело. Ну, в принципе, здесь уже автоматически, когда выводите, она вот меняется все по X, по Y настройки. Ну, вот такой текст, вот такой вот опять эксперимент по Maya 2018. Все, всем пока, до свидания.